Тем временем в области продолжается конкурс творческих работ для детей «Решаем вместе». К нему присоединились и рыбинские школьники. Тематика определяется названием. Юный участник выбирает любую территорию родного края, которую, по его мнению, нужно благоустроить и рисует, как именно она должна выглядеть после преображения. Принять участие может любой школьник региона. Итогом станут большие выставки рисунков. Чем раньше мы начинаем вот такие социально значимые вещи делать с детьми, тем, наверное, на выходе получим тот результат, ради чего все мы это делаем. Социально зрелую, патриотично настроенную личность, которая готова сделать правильный выбор, которая готова служить Отечеству и любить то место, где ты вырос, родился и так далее.